Ребята, всем привет! Вы на канале Страна и Гирлянда. И сегодня у нас наконец-то Вормейд. Давненько у нас его не было. Круто! Удвоение всех вкусняшек и собираем сколько здесь конфет и всего самого вкусного пирожного, чего только душа пожелает. И чем больше вкусняшек в этой игре, тем больше вырастет наша масса. Вы знаете, после того, как съел вкусняшки, я уж было подумал, что мы войдем сразу же в топ-10. А нет, мы набрали всего 100 тысяч. Круто, только что я думал, что лопнет все-таки красный. Иногда сложно угадать. Думаешь, ну вот и все. Роковая ошибка. А нет, ты лопаешь другого червячка и продолжаешь игру. Хуже, конечно, когда наоборот, тебя кто-то лопает. А ведь ты уверен, что выйдешь из этого столкновения победителем. Смотрю, самый центр карты. Должно быть много крупных червяков и должно быть вкусняшек очень много. Но что-то все осторожничают и не пытаются кого-нибудь лопнуть как можно быстрее. И ведь много длинных, через которых пройти, к сожалению, не получится. В Вормаксе это можно сделать с легкостью. Да, ребята, на втором нашем канале регулярно выходят видео с Вормаксом. Канал называется Fun Games. Ссылочку я на него оставлю в описании. Если вам нравятся его игры, переходите на этот канал и с удовольствием смотрите. Собираем вкусняшки, пока нас кто-нибудь не опередил. В этой игре зевать нельзя. Да что ж такое, сколько времени и мы голодные. Отправляемся на поиски еды. Ура, наконец-то собираем. И снова мы не подросли даже до 300 тысяч. Вот мелкий привязался же. У нас сейчас спадет разворот на месте, как не вовремя потолстел желтый, да, это ловушка. Ребята, вот первая попытка и закончилась, пришло время для второй. В этот раз будем немножко аккуратней и лезть в всякие сомнительные места не будем, по крайней мере постараемся этого не делать. Но ведь благодаря этому игра и бывает интересной. Парочку крупных нашел, теперь осталось подождать, когда они лопнут. Надеюсь, лопнут они быстро. Наконец-то, классный момент, как круто мы его лопнули.
Как только начали есть вкусняшки, казалось, что мы такие большие. На самом деле оказалось не так. Немного более миллиона массы. Да, но это однозначно лучше, нежели в первый раз. Ни мы, ни красный не уступили. Жаль, по-моему, красному удалось развернуться. С левой стороны еда. Ура! Еще и ускорение. Замечательно. Только вот кое-кто оказался еще быстрее, нежели мы. Меняем светлый скин на темный. И снова, как и во второй раз, ищем кого-нибудь покрупнее и ждем. Эх, еще бы подобрать парочку классных бустеров. Слушайте, с отсюда уходить и неохота. Ведь здесь не один крупный, а сразу два. Вау, если отойти немножко в сторону, их окажется не два, а целых три. И шанс на то, что кто-нибудь лопнет, очень сильно возрастает. Ну наконец-то! Начало, можно сказать, положено. Ребята, у нас есть немного времени, чтобы передать приветы. И первые приветы прозвучат Насте Семенихиной, Марусе Соловьевой, Андрею Кролеву, Лере Тименковой, котенку Лебедь. Также огромный привет Саше Кругловых, Евдокимову Сергею, Воронову Максиму и сестричке Вороновой Алисе. Ребята, спасибо, что смотрите наш канал. Продолжаем передавать приветы Лизочке Клименок, Нетесовой Софии, Пай Ксении, Николаю Кириллову, Ксюше Федорец. Также приветы Анжеле Ахтариевой, Бранкрафт Теневу, Софье Родионовой. Как себя чувствует наш червячок? А чувствует он себя вполне нормально. На 21 месте рейтинга. Ребята, но это еще не все приветы. Продолжаю. Привет Лене Гайдуковой, Максиму Скворцову, Максиму Рось, Алене Чумаковой, Максу Игровому, Анне Шариповой, Кате Киргинцевой. Большой привет Златовской Алисе и друзьям Ульяне, Илье, Варе и Любе. И удачи вам, ребята, в конкурсе. Ребята, и еще огромный привет всем, кто нас смотрит. Эх, жалко, маловато еды для червячка. Крутимся, крутимся, пытаемся ее найти, но что-то очень мало. А ведь еды нужно много, наш червячок съест всю, что будет. Только что я пытался за счет скорости лопнуть синего червяка, но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Придется искать кого-нибудь другого. Вы видите, не одни мы такие умные. Нас также пытаются зажать между двумя червяками, чтобы мы совершили ошибку и лопнули. Но если честно, для меня это не страшно. По-моему, у красного нету ускорения, а вот у нас есть. Хотя вкусняшек съесть нам удалось очень мало. Наконец-то мы смогли войти в топ-10. По-моему, синенький сейчас лопнет. А вот мы попытаемся собрать побольше вкусняшек, тем более у нас действует ускорение. Вот это другое дело, третье место рейтинга, более 4 миллионов массы. Как-то в последнее время у меня не получается набирать большую массу. Я постоянно пытаюсь лезть непонятно куда, вот как сейчас.
выбраться удалось. Но, ребята, не рискуйте так. Да, до первого места нам еще далековато. Эх, лопнуть бы кого-нибудь покрупнее. По-моему, все. Ребята, с вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч!